Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня какая у нас сегодня? Третья часть нашего совместного. Заданием нам было связать переднюю деталь в эту точку, где начнутся скосы. И теперь мы будем... Давайте я вот так вот оторву, чтобы вам было видно, откуда мы что берем. Нам нужно теперь вот наша деталь. Мы сейчас в этих точках. Вот. У меня это 87 петель. Это вниз, это 52 сантиметра всего. Ну, с резинкой и 60 рядов основного узора. То есть все точно я продублировала, как здесь. Далее у нас горловина. Если у нас в задней, у нас тот же скос плеча, то есть мы дублируем скос плеча. Это значит, я полностью переношу все данные. Здесь у нас 9 петель, вот не видно, 9 ровных петель, и здесь 9 ровных петель. Здесь у меня 8 раз по 3 петли скос. 8 раз по 3 петли. Здесь мы уже ничего не считаем, мы все переносим со спинки, полностью дублируем. 8 раз по 3 петли я сокращала в начале ряда. Далее всего у нас здесь 16 рядов. 10 у нас было до горловины, а всего 16 и здесь было 8 сантиметров, да? Все здесь у нас продублировано, все точно так же, 16 рядов 8 сантиметров, это здесь у нас. Но что, а еще у нас вот это расстояние остается, 21 петля всего, 21 петля уходит на горловину, но у нас меняется глубина горловины, то есть мы вот таким вот образом делаем горловину. На горловину у нас уходит вот это вот число. Ну, у вас, возможно, там плюс-минус 2 петли. Если не хотите заморачиваться, возьмите мои цифры. Далее здесь количество, да, у нас было. Здесь у меня... Подождите, это у меня здесь написано. Там 2 раза по 2 петли. И... Вот, и по центру 13 петель. Здесь нам нужно поступить немного по-другому. Значит, здесь нужно по центру меньше петель, а здесь классический, как бы классическая формула для выреза, круглого выреза. То есть здесь мы сделаем плавное округление таким вот образом. 3, 2, 1. Сейчас я все буду показывать. Вы просто переснимайте вот это 3, 2, 1. 3, 2, 1. То есть всего 6 петель. 6 и 6, 6 здесь, 6 здесь, это 12 петель. И нам нужно эти 12 отнять от 21. И получается, что у нас по центру 9 петель мы закрываем. Так, и мы делаем, начинаем вот это все делать прямо сразу же, когда начинаем делать скосы плеча. То есть сейчас мы не вяжем как бы до горловины, мы сейчас сразу же в 61 ряду это все и делаем. Что нам нужно еще посчитать? У нас всего общее количество петель 87 минус 9 центральных, это равно 78, правильно я говорю? Да, 78, и делим на 2. Мы определяем, сколько у нас до закрытия петель. Делим на 2, это 6, 39 петель. То есть здесь у нас 39 петель, и вот здесь с этой точки до этой 39 петель, и с этой точки до этой 39 петель. Вяжем. Теперь берем вот эту нашу схемку. Все, мы уже нарисовали нашу горловину. Я же говорю, либо подставьте свои цифры, либо пользуйтесь моими. Если у вас плюс-минус плотность попала, я думаю, вот этот принцип
он будет всем как бы универсальный. Но в любом случае, если что, напишите, если у вас уж сильно отличается размер и плотность, то вы можете мне написать, понятное дело, я вам посоветую. Итак, мы здесь начинаем делать сокращения по 3 петли, как на спинке. Раз, два, три. Мы их считаем. Так, 3 закрыли, 4, всего 39. Считаем 4 здесь, да, 3 закрыты. И 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот смотрите, 38, 39. Здесь уже нужно было делать переброс, но там, где закрытие, там, где у вас попадает сокращение плеча, никаких кос мы не делаем, чтобы избежать деформации изделия. Здесь мы вот 39 петель, да, и закрываю я средние 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Так, центр горловины, и здесь 39 петель вяжем до конца ряда. Здесь можете перепроверить, но я думаю, не обязательно. Тут сам узор, вот 2 петли осталось с косы и 2 здесь с косы. Тут все, даже и считать не нужно, просто вяжем до конца ряда. Сейчас я сделала то, что делать было не надо, потому что у меня будет сокращение в изнаночном ряду. Нет, я все-таки распущу эту косу. Это то, о чем я говорила, и сама это сделала. Видите, я сделала косу там, где буду делать сокращение. Сейчас в изнаночном ряду я буду делать плечевое сокращение, и вот эта коса, она бы мне деформировала полотно, поэтому я ее просто не делаю. Видите, по узору мне нужно сделать сейчас косу, но я ее не делаю. Это тот момент, за которым нужно следить.
Так, довязала до конца ряда, теперь поворачиваю, 3 петли закрываю. Раз, два, три. Далее вяжу до конца ряда. Так, вот теперь вот смотрите, довязала я до конца ряда, и здесь начинаю делать вот эти вот плавные переходы. Последнюю петлю я оставила не провязанной. Здесь нам нужно сократить 3 петли для горловины переда. Я эту петлю продеваю через следующую. Это сократила 1, 2, 3, 10. Вяжу до конца ряда. В конце ряда мы снова оставляем одну петлю, потому что здесь у нас идет скос плеча. Вот 8 раз по 3 петли в каждом изнаночном ряду. Так, 3 петли сокращаем. 1, 2, 3. Со стороны плеча у нас все время по 3. Меняется количество сокращений только со стороны горловины. Вяжем ряд до конца. Так, снова последнюю не довязываю, поворачиваюсь. Теперь у нас две петли, ну, без разницы. Я возвращаю, одеваю ее на вторую петлю. Одна петля сокращена. Раз и два. Все, вяжем до конца ряда. Так, здесь опять же не довязываем, поворачиваемся. Здесь у нас линия плеча в изнаночном ряду все время по 3. 1, 2, 3. Вяжем ряд до конца. Так, здесь у нас осталось последнее сокращение, 1 петля. Сейчас мы его и сделаем. Вот мы не довязываем 1 петлю и просто ее одеваем на вот эту вот вторую, тем самым у нас получилось сокращение. Все. Теперь со стороны горловины 3, 2, 1 мы сделали. Вот он 3, 2. И один последний. Здесь мы больше ничего сокращать не будем. Мы будем вязать ровно. Мы будем сокращать только плечевые, потому что их нам нужно сделать 8 раз. 8 сокращений. Делаю, поворачиваюсь, делаю сокращение. Раз, два, три. Это уже, по-моему, четвертый. Раз, два, три. Да, четвертое. Еще 4 нам нужно сделать.
Вот здесь вот мы просто провязываем кромочную, потому что здесь уже мы ничего не сокращаем. Лицевой ряд вяжем до конца, и в конце лицевого ряда делаем сокращение. Ось в конце, вы слышите? Вяжем ряд до конца и в начале изнаночного. Вот снова делаем 3 сокращения. Раз, два, три, есть. Вяжем изнаночный ряд до конца. Здесь, видите, здесь ровно у нас после последнего сокращения здесь идет ровная часть. Лицевой ряд без изменений до конца. Последнюю оставляем, делаем 3 сокращения, 3 петли, 1, 2, 3, вяжем ряд до конца. Лицевой без изменений. Изнаночный снова 3 петли сокращаем. Ай! Так. Раз. 2, 3, и вот последний в следующем изнаночном ряду у нас будет последнее сокращение, и останется у нас 9 петель. Все точно так же мы продублировали спинку и переднюю деталь. Вот все сокращения, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас я сделаю последнее, 8-е. Все. И 9 петель у нас осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которые мы закрываем. Далее мы вяжем правую как бы половинку. Не, ну в реале вот это у нас правая, а если приложить к себе, а если положить от себя на стул, то она правая.
Так, и ее мы вяжем в зеркальном отображении, точно так же, как мы вязали вот эту вот, с единственной лишь разницей. Сейчас я все объясню. Вот, поворачиваемся на изнаночную сторону, привязываем рабочую нить. Вот здесь, вот со стороны горловины привязываем рабочую нить. И сейчас мы вяжем изнаночный ряд. Сначала мы... Вот мы вяжем вот эту вот часть. Сначала мы закрываем 3 петли, вяжем до конца ряда. В начале лицевого ряда мы делаем 3 скос плеча, то есть по 3 петли. Смотрите. То есть разница в чем? В том, что на предыдущей полочке мы сокращение для горловины делали в лицевом ряду, сокращение плеча мы делали в изнаночном ряду. Здесь же наоборот. Вот, пожалуйста, горловину мы делаем в изнаночном ряду, вяжем ряд до конца, а сокращение по плечу мы делаем в лицевом ряду. Вот и все. Далее все дублируем, все сокращения. Здесь 3, 2, 1 и ровно. Здесь 8 раз по 3 петли. Вот теперь вот провяжите вот эту вот часть самостоятельно, и мы с вами встретимся. То есть я сейчас довяжу до конца ряда. Вот здесь вот, где плечо, уже оставляем одну петлю, поворачиваемся и в лицевом ряду делаем 3 петли, сокращаем. 1, 2, 3 и вяжем ряд до конца. Вот получается, смотрите, петли плеча мы сокращаем в лицевом ряду, а петли горловины в изнаночном вяжем самостоятельно. Итак, девчоночки, смотрите, я связала так вот вторую детальку. Вот даже по этой нити видно, что она в зеркальном отображении получилась. Вот если сложить вдвое, видите, даже закончили мы здесь вот в одном месте. Вот. Так, что я теперь делаю? Я взяла иглу. Я взяла тоненькую иглу. Если вы в одно сложение, допустим, из махера классик вяжете, то возьмите побольше иглу. Вот, я сошью плечевые швы. Сошью обычным классическим способом, как он там называется, назад игла или как. Сейчас я вам покажу. Так, складываем лицевой стороной вовнутрь переднюю деталь, заднюю деталь. Так, вот у нас прекрасно сейчас видна горловинка, видите, задняя деталь, передняя. Вот. И сшиваю плечевой шов. Кто у нас не новичок, кому как бы, кто петля в петлю хочет шить или любым другим способом, пожалуйста. Это не возбраняется. Я как бы показываю для тех, кто совсем новичок, самые простые методы. Вот. Вот таким вот образом я сшиваю. Вполне себе приемлемо шить на машинке, девчонки. Это тоже можно. Если у вас есть машинка и вы ее владеете, вот. Вот так вот я сшиваю плечевые оба, при том швы крючочком. Сейчас продену вот эти нити,
Вот эту вот нить я продену при помощи крючка, который я не могу найти. Вот и обрежу. Все, я сшиваю до конца одну плечико и вторую тоже сшиваю. Итак, мои хорошие, я сшила плечевые швы, разутюжила уже их. И вот так вот это выглядит. Видите, какой скос у нас большой? Это для лучшей посадки. Теперь, что нам нужно? Нам нужно вычислить, сколько, какой ширины у нас будет рукав. Так как рукав у нас, судя по модели, сейчас буду рисовать, чтобы вы просто понимали, о чем я говорю. Сейчас у меня сшито как бы. Здесь просто не видно скоса, ну вот так вот, задняя деталь и передняя деталь. И мы будем вот в этих местах набирать петли и вязать рукав вот в этом направлении, что очень удобно для корректировки длины этого рукава, да? Рукав у нас без никаких убавлений и добавлений, без ничего. Он ровненький, не широкий, но свободный. И вот я вот таким вот образом складываю пополам спинку, переднюю деталь, все что угодно возьмите, вот, и сложите пополам вот так, чтобы половина была именно на вот этой вот изнаночной петли. И сантиметром вы определяете ширину рукава. Вот смотрите, у меня с двойки начинается, я вот примерно вот так вот. Вот я бы сказала, что вот у меня это, видите, где-то 19-20 сантиметров, 3 косы. Вот я эти 3 косы оставлю, то есть это в сгибе 3 косы, а так их 6. То есть я вот так вот эта вот ширина мне очень нравится. Если вот так я возьму на руку, все, она свободна, как в оригинале, видите? И вот такой вот ровненький рукав будет. Если хотите заузить, это тоже не проблема. Вы просто можете делать сокращения. Кого будут интересовать сокращения, кто не знает, пожалуйста, пишите в комментариях. Я в следующем видео объясню. Сейчас мы рассматриваем ровный рукав. Значит, 6 кос у меня на рукав. Я сейчас считаю количество петель. 6 у 7 42, плюс, помним, да, 1 для симметрии и плюс 2 петли кромочные. То есть всего 45 петель для рукава. В моем случае 45 петель. При этом вот 45 из них, 22 это на одну, ну вот, здесь будет 22, здесь будет 22, и здесь будет одна петля по центру. Вот так мы и поступим. Вытягивать петли я буду при помощи крючка, это удобнее, и одевать на спицу. Так, поехали. Значит, что касается петель, у нас будет одна петля, вот будет чередоваться из одной кромочной 1, из следующей кромочной 2 петли. То есть из двух кромочных у нас получится 3 петли. Нам надо посчитать, сколько нам нужно отсчитать кромочных, чтобы влезло 22. 22 мы поделим на 3, потому что из двух кромочных 3 петли. Это будет 7. Минус 21. И одна у нас дополнительная. 7 умножаем на 2, потому что эти 3 петли у нас из 2. Это 14. То есть, что это значит, девчонки? Мы отсчитываем 14 вот кромочных петель. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот она одна, смотрите, сюда вот мы подхватываем 15 петлю, и отсюда мы будем вытаскивать нашу первую, потому что она у нас вот одна осталась. Я вот привязываю и вытаскиваю одну петлю. Может, мне потолще крючок, наверное, будет удобнее. Давайте потом переснимать. Так, первая. Далее вытаскиваем следующие петли 2. Это значит, что за переднюю стенку мы вытаскиваем одну, и за обе стеночки мы вытаскиваем вторую. Далее следующие 1. Далее следующий, ой, там где одна, за обе стеночки берем. Далее 2 за переднюю, за обе. Далее 1, следующие 2 за переднюю, за обе. 1 за переднюю, за обе. 1 за переднюю, за обе. Одна за переднюю, за обе. Одна за переднюю, за обе. И одна. Вот здесь вот у нас должно быть 22 петли теперь по итогу. Считаем. Я их теперь переснимаю на спицу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Шикарно! Мы там, где мы должны были быть. Теперь одну петлю мы вытаскиваем вот в центре, да, именно там, где шов. Здесь плохо влезает крючок. Потоньше надо. Так, вот она. И далее поехали в зеркальном отображении. Здесь начинаем. 1, 2, вот сейчас я вот уже спицами, 3, я буду считать общее количество петель, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, это 14 кромочных, и из 15 22. Вот и все, мы набрали 22 петли. И далее мы вяжем точно так же, но вот узор я начинаю, смотрите, как это у нас изнаночный, да, ряд, видно, что мы петли набирали по лицевому ряду, а вязать начинаем по изнаночному. Значит, нам нужно распределить эти петли на изнаночном ряду. Это значит кромочная, лицевая, 6 изнаночных. Это наша коса, которая будет на той стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 лицевая. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 лицевая,
6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, шесть. Лицевая, 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Лицевая, 6 изнаночных. Раз, три, четыре, пять, шесть. Лицевая, 6 изнаночных. Раз, два, четыре, пять, шесть. Лицевая и изнаночная. Вот. И теперь, начиная с третьего ряда, мы вяжем наш узор. Да, и продолжаем вязать ровно. При том, что мы можем мерить на себя и определять длину рукава. Вот. А на сегодня я с вами прощаюсь. Вы завершаете переднюю деталь, сшиваете плечевые швы, начинаете вязать рукав. Вот. Кто уже знает, может закончить, начать второй. Вот. Как заканчивать, я покажу в следующем видео. Ну а на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока!